Ребят, всем привет! Как и обещала, я вернулась за Пикачу и закинули уже сотку. Очень странно, что его не вытащили. Вы знаете? Это прям мега странно. Ну ладно. Так. Надо нам постараться его перевернуть. Да, наверное? Чтобы удобненько было его взять. Нет. Так, ребята, мы играли вчера. Я не помню, в таком же положении лежал Пикачу или нет. Вот мы уехали с магазина, было 9:30. У нас как раз 9:30 в этом магазине отключают автомат. И сейчас мы приехали, сейчас 8 утра. Магазин только открылся. Сейчас раннее утро, поэтому его могли, кстати, и не сдвинуть, этого Пикачу. Вот, так. Вчера мы съездили в еще один автомат, но там ничего такого не было, поэтому мы там не играли. Уху-ху, давайте грушу, что ли, вытаскивать? Попробуем, да? Она так хорошо лежит. Давай, давай, ай-яй-яй, смотрите, ё-моё! Перевесила в ненужную нам сторону. Давай. Опа, все, забрали грушу. Ой, очень сильно хочется спать. Сейчас очень рано. Отвезли ребенка в детский садик. Наконец-то мы ходим в детский сад. Ой, извиняюсь. Я мужу говорю, все, поехали вытаскивать Пикачу. Муж меня привез. И вот так вот. Мы, кстати, приехали в магазин, было еще без 10:08. И ждали его открытия. Нет, не хочет. Не хочет клешня его почему-то тащить. Непонятно почему. Так, ребята, закинули еще 100 рублей. Рублей на 300 здесь играем, да и поедем домой. Ну, я домой, а муж поедет потом на работу. У меня сегодня выходной. Я, смотрите, лежит как вкопанная, и не все, не шевелится. Жалко, жалко, хотелось его забрать. Но, может, еще и получится. Пупырка тоже не хочет выходить. Вот такие нам стали класть, красно-синие пупырки. Таких в автоматах в наших еще не было. И крабика не смогла клешня затащить. Жалко, жалко. Опа. Чуть-чуть хватануло. Не хочет. Просто не хочет. И все. Бывают, знаете, такие игрушки. Не сильно большие, но вот как-то сложно даются. А бывают большие, хорошо вытаскиваем быстро. Ну, вот этот Пикачу, наверное, из тех сложных игрушек. По крайней мере, для меня, можно так сказать. Может быть, кто-то ее и быстро вытащит, но... Не получается у меня вытаскивать вот такие игрушки, которые, в принципе, голова и туловище одного размера, если. Вот. Не получается. Не знаю, почему. Ух ты, видели? А вот это, скорее всего, был хороший захват, удачный. Но не выдержала клешня, и он выскользнул с нее.
не хочет. Может, его за хвостик подцепить. Я помню, мы один раз так классно вытащили большого гуся. Помните? Ребята, закинула еще 50 рублей. И скоро будем ехать домой. Про гуся я рассказывала вам, как клешня, извиняюсь, зацепилась за кофточку. Или за шортики, я уже не помню. И просто вот вытащила за эти шорты, да, по-моему, за шорты. Это прям классно мы вытащили. Ну, Пикачу, ну давай, 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 ну чего ты? Ох, швыряет его клешня туда-сюда, вытаскивать не хочет. Почему-то. Ну и ладно. Я этого Пикачу хотела вытащить на подарок. Но, наверное, не судьба. Угу, видите? Не берет. Нет, не получается. Я, кстати, недавно отправляла посылку за Купычу. Смотрите этот канал или нет? Так, ребята, нашла еще 70 рублей мелочи. Сыграем на мелочи, все, и домой. Так вот, про посылку. Смотрели вы, нет? Распаковочку мы отправляли им игрушки. И за Купыч распаковывал. Это очень классный канал, там почти 1 000 000 подписчиков. Очень крутой канал. Мне он очень нравится. И что хочу сказать, кстати, видео за Купыча меня смотивировали на то, чтобы я начала вести свой канал. Вот так вот. Правда, ребят, у нас маленький город и маленькие возможности в плане съемки. Поэтому в очередной раз спрошу, напишите, что вам было бы интересно. Интересны ли вам игрушки, ой-ой-ой, которые, знаете, вот стоят как попрыгунчики, только не попрыгунчики, в таких маленьких автоматиках по 10 рублей, по 20, по 30, по 40. У нас, по-моему, там появились бравлы, появились скрипышей, наверное, нету, но вот бравлы были, были всякие пупырки маленькие. Напишите, если вам интересно, я сниму для вас такой ролик, повытаскиваем там и посмотрим, что нам попадется. Вот так, ребята, сегодня мы, наверное, снова уйдем без этого Пикачу. Ну все, я больше на него играть не буду, не хочу. Достаточно потратились на эту игрушку, и ничего не получилось. Уже как-то и не хочется. Как говорится, спасибо, уже не надо. Ну что, ребят, Пикачу нам снова не досталось, зато мы вытащили вот такую вот грушу. Не скажу, что это маленькая игрушка, она такая, вот смотрите, по сравнению с графином, графин 1 литр. Вот такая. Кстати, в графине кизиловый компотик я сварила, у нас сейчас как раз сезон. А вот, ребят, напишите в комментариях, у вас растет кизил или нет? Потому что я, в принципе, думала, что он есть везде, а вот некоторые даже не знают, что это за ягода такая. Все, ребятки, всем спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!